Всем привет! На канале Пернатый Дозор. Сегодня мы делаем кабачковую икру. Как говорят, вкус детства. Проверим. Будем делать ее в автокваре. Для этого нам надо чищенный кабачок 4,5 килограмма. Килограмм домашнего лука вкусного. 1,5 килограмма моркови. 100 грамм чеснока. Скажу, откуда взял рецепт. Рецепт мы позаимствовали у Александра Кухваева. Отметим его в Инстаграме под видео. И также его канал в Ютубе называется «Жизнь на дачах». А чтобы посмотреть полный рецепт с описанием, переходите на наш канал в Ютубе. Для того, чтобы была более однородная масса в самой икре, советуют перекручивать поочередно. То есть морковь прошла. Следом прошел у нас кабачок и следом лук. И так по кругу все это пропускаем, для того, чтобы вкус был более насыщенный. Переходите и смотрите на YouTube. Итак, после прокрутки получилась вот такая вот масса, более сочная, сильно сочная. Производим отжим и получаем массу уже без сока. 60 грамм соли в эту массу добавляем. Приобрели мы себе такие вот интересные весы, весы-ложка. Томатную пасту кладем в количестве 300 грамм. 275, главное не положить больше, но думаю, вреда не будет. 310, надо забрать чуть-чуть. Как вы думаете, будет хуже или нет? Ну, надеемся, хуже не будет. Томатная паста у нас вот такая вот. Берем только профессиональную томатную пасту. И все туда. Бутусим все в одну чашку. 200 грамм сахара. И опять туда же. Все уходит у нас в одну 10-килограммовую чашку. И все это перемешиваем до растворения. Чтобы было все. Вот такая вот масса получилась в баночках. Баночки закатаны. Сейчас загружаем автоклав.